Совсем скоро на этом футбольном поле пройдут матчи сильнейших европейских сборных. Чемпионат Европы 2020 был перенесен на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Как и планировалось, 4 матча Евро состоятся в столице Азербайджана. Бакинский олимпийский стадион готовится к проведению европейского футбольного праздника. Одним из главных аспектов удачного футбольного матча является хорошее состояние поля. Работы по реновации травяного покрытия после отборочного матча чемпионата мира между Азербайджаном и Сербией, прошедшего на Бакинском олимпийском стадионе, уже завершены. Сейчас группа специалистов работает здесь каждый день, чтобы все оставалось в превосходном виде. Очень важно поддерживать хорошее состояние травы во время матчей чемпионата Европы. Необходимо учитывать тот момент, что интервал между играми будет не очень большим. Для этого будут приниматься все необходимые меры. Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в проведение спортивных соревнований. Они теперь проходят без зрителей. Однако присутствовать на матчах чемпионата Европы болельщикам все же разрешено. Ограничение распространяется на общее количество зрителей. Заполняемость трибун во всех городах составит около 50%. На входах и выходах зрителей с трибун будут располагаться специальные посты. Там будет измеряться температура, соблюдаться дезинфекция. В местах продажи билетов располагается стеклянная перегородка, ограждающая работников и зрителей. Соблюдается специальная дистанция. Процесс подготовки контролируют представители УЕФА. Сейчас они находятся в Баку. Согласно правилам, на пресс-конференции до и после матча не будут допускаться журналисты. Представители медиа смогут задавать вопросы спортсменам и тренерам путем различных интернет-платформ, при этом находясь в специальной комнате для СМИ. Билеты на матчи чемпионата Европы уже в продаже. Баку примет 3 матча группового этапа, а также 1/4 финальную игру. На предварительном этапе на Бакинском олимпийском стадионе 12 июня команда Уэльса сыграет со Швейцарией, 16 июня валийцы сыграют с турецкой сборной, а 20 июня планируется проведение матча Турция-Швейцария. Что же, осталось совсем немного. Уже совсем скоро эта спортивная арена заживет праздником европейского футбола. Эмин Ахмедов, Джавид Гадыров, CBC.